Цветочек, цветочек, смотри, на табло наш рейс. Гай, что ты радуешься? Наш рейс красным отменен. Подожди, нет, этого не может быть. Только собрались в отпуск. Да, ну что, возвращаемся. Да ну нет, цветочек, ни за что. Так, поехали в другое место. Поедем туда, куда будут билеты. И рейс не будет отменен. Это как это? Наугад, что ли? Ну да, цветочек, а что там такого? Отпуск даже интереснее будет. Думаешь? Как-то страшновато. Да ладно тебе, вот, смотри. Так, смотрим. Ха-ха! У меня путешествие через полчаса на поезде. А куда? Цветочек, а я даже смотреть не буду куда. Это сюрприз. Ну, не знаю, Гай. Вот, посмотри. Так, читаем. Отправление тем же поездом тоже через полчаса. Значит, мы с тобой едем в одну точку маршрута. Ну что, погнали? Ну, погнали, Гай. Так, поезд уже здесь? Не знаю, пойдем посмотрим. Вот, смотри. А ты уверен, что это наш поезд? Да наш, наш. Заходим, цветочек, не бойся. Да, не туда. Так, где наши места? Цветочек, разве здесь? Я не знаю, я села на любое свободное место. Ой, здесь чей-то билет, значит, место занято. Ну да, смотри, там и вещи наверху. Пойдем дальше. О, смотри, какой удобный вагончик. Это купе. Мне кажется, у нас билеты явно не в него. А они дорогие. Ну, у нас тоже не дешевые. Никого нет, значит, наши. Так, вот, смотри. Я поставила сюда свое кофе. Ага, и думаешь, именно поэтому нас отсюда не выгонят? Ну, Гай, эта затея мне не нравится. Вернулись бы, рейс бы перенесли и полетели на острова, как хотели. А сейчас едем на этом поезде не пойми куда. Цветочек, будет весело, я тебе обещаю. Ну ладно, Гай, отдыхать так отдыхать. Погнали. Подожди, а почему мы никуда не едем? Время уже подошло. Мне кажется, этот поезд вообще никуда не едет. Цветочек, ну у нас билеты есть, значит едет. О, смотри, тут машиниста нет. Как нет машиниста? А кто будет управлять поездом? Я не знаю, цветочек, прикольно, всегда мечтал оказаться на его месте. Гай, ты главное здесь ничего не трогай. Хорошо, цветочек. Я только посмотрю, что здесь да как. И машиниста подождем. Может, он задерживается. Может, он это, съел что-то не то за обедом. Ладно, Гай, подождем. Гай, мы вообще-то поехали. А подожди, а что я нажимал? Гай, я не знаю, что ты нажимал. Останови немедленно поезд. Цветочек, подожди, вот, наверное, вот эта кнопка или вот эта. Ой, не получается. Гай, ну я же сказала, ничего не трогать. Ну ладно, цветочек, мы же все равно по рельсам едем. Управлять здесь несложно. Ладно, не знаю, что с нами сделают за это, но поехали. Ничего, как-нибудь договоримся. Тем более я на самом деле не знал, на что и нажал тут. Надеюсь, наш отпуск завершится не в отделении полиции. Да не, я договорюсь, все нормально будет. Он все равно сам едет, я тоже отдохну. Что такое? Гай, поезд остановился. О, да? Значит, мы куда-то приехали. О, какой интересный город. Никогда здесь не был. Все, пошли. Мне кажется, нужно самим обратиться в полицию и рассказать им все как есть. Цветочек, да ладно тебе, пойдем. Может, нас никто и не видел, что мы тут поезда угоняем. Ага, Гай, отлично. Так, пойдем выберемся в город. Да, давай осмотримся здесь. Куда мы попали? Да, Гай, что-то здесь холодновато. Вообще-то мы хотели в отпуск на юг, а не на север. Цветочек, ну мы же рандомно поехали. Не знали, куда взяли билеты. Вот так и получилось.
Давай осмотримся, мне кажется, здесь тоже круто, тем более не так уж и холодно. Это просто горы, и здесь местами бывает снег. А так, вон, смотри, все зеленое. Ладно, ой, смотри, прям под ногами грибы растут. Наверное, это Карелия или Урал. Ой, или... Где там находится этот Эверест? Да ладно, цветочек, горы не такие уж и высокие. А грибы? Это здорово, жареные, очень люблю. Ну нет, этот съел медведь. Вау, шезлонг. Ой, подожди, здесь написано, это горячие термальные источники. Круто. Ой, смотри, кто-то свечки зажег. Ничего себе, какая романтика. Цветочек, ну, залезай, отдохнем. Так, подожди, Гай. Так это не случайно все? Это ты все подстроил? Ну как, не подстроил, а спланировал для нас с тобой. Ну ты вообще, я чуть с ума не сошла. С этим поездом, с этими билетами. Подожди, а как ты сделал, чтобы наш рейс отменили? Никак, его не отменили. Я просто попросила там тетеньку, чтобы она во время того, когда мы будем смотреть на табло, сделала рейс отмененным. Ну, Гай, вроде сюрприз, а вроде так хочется треснуть тебе за все это. Не надо, цветочек, мы отлично здесь отдохнем. Вот там, на море, что интересного, мы там 100 раз были. А вот в горах, в термальных источниках, я так еще никогда. Ну да, может, ты и прав, на море еще успеем съездить. А здесь и правда здорово, спасибо тебе большое за это романтическое путешествие. Да не за что, цветочек. Давай отдыхать. Кстати, у меня тут еще этот ужин романтический с попкорном и просмотром телека. Ух ты! Обожаю попкорн. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока! А цветочек и Гай в отпуске! Гай! Ой, извини, это мои плавки. Прости, я не подглядываю. Давай, возвращай. Вот, теперь все верно. Пойдем купаться. Пойдем, Гай.